Зритель будет ждать мои ролики, потому что я молодец и создаю авторский контент. Ну, это к чему говорю? Это вредные советы. Очень часто многие авторы и гуру видеомаркетинга, они рассказывают, что типа, если вы снимаете авторский контент, то люди будут ждать вас, ну, снимайте один раз там в месяц, да, или там один раз там, два раза там в месяц, и люди будут, да не будут никто вас ждать. Вот давайте говорить честно, да, я реально понимаю, что если мы сейчас на школе не будем снимать ролик один раз в месяц или один, там, три ролика в месяц, там, один раз в 10 дней, то вы не будете к нам приходить, вы не будете это все делать, потому что существует огромная конкуренция. Но почему, друзья мои, подмена понятий? Почему? Потому что раньше, в 2010 году, если, вот любая школа видеоблогеров, она бы стреляла, потому что она была бы единственная, одна единственная. Сейчас школ видеоблогеров каждый день открывается, ну, десяток. Я просто смотрю и, но я, вот если вы отмотаете наши уроки, там, допустим, на год назад, я говорил, что, типа, сейчас школ там 10, а в 19 году их будет 100. Ну, сейчас уже около 200, потому что сейчас каждая девочка, которая сняла там 2-3 ролика, она уже начинает учить всех других. Это круто и это классно, я не против, я только за, я ни разу нигде, никакую школу нигде не, как это, опорачиваю, да, потому что они расширяют рынок. Рынок очень большой, желающих делать каналы десятки тысяч раз больше, чем школ, которые эти каналы учат делать. Реально учат, не просто там продают вам курсы, там купи курс за 10 тысяч рублей и мы тебя научим. Чему вы там научите? Вы просто запаковали, вот это вот момент, это подмена понятий.